В зале Дворца ветеранов торжественно и волнительно. Самым выдающимся жителям советского района вручают медали «Куйбышев. Запасная столица». Награжденные с гордостью и горечью вспоминают былые времена, а также судачат о времени нынешнем, особенно о событиях последних 4 лет. Видим, как у нас город преобразуется. Значит, ледовые дворцы у нас, что их не было. У нас за всю жизнь Самары у нас был только один дворец спорта. «Войди в команду губернатора» – проект с таким названием реализуется в Самарской области. Люди, готовые поддержать начинание руководителя региона, объединяются и решают различные социально значимые вопросы сообща. Это не ограничивается никакой территорией. Вот кто решил, допустим, поддержать проекты губернатора в какой-то мере, ну хотя бы рассказать соседу. Вот я читал, я видел то-то, то-то. Уже хорошо. Если человек увидел себя в перспективе инициатором каких-то новых свершений, еще лучше. Войдя в команду губернатора, житель может уже от его имени доносить людям об изменениях в области, а в перспективе участвовать в вопросах управления своим микрорайоном. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События».